4 мая в городской поликлинике номер 5 случился пожар. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 11:20. На место немедленно выехали пожарные подразделения Владимирского пожарно-спасательного гарнизона. На месте выяснилось, что в подвале поликлиники горят медицинские отходы. Еще до приезда огнеборцев из медицинского учреждения были эвакуированы 200 человек и посетители, и медперсонал. В 11:40 очаг возгорания был ликвидирован. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В ликвидации возгорания приняли участие 24 человека и 9 единиц техники. Как сообщает МЧС, погибших и пострадавших нет. По словам главного врача поликлиники Сергея Замкова, причиной пожара могло стать короткое замыкание дезинфицирующего шкафа, куда перед утилизацией отправляют шприцы.